Насыщенная образовательная программа, встречи с профессионалами в сфере науки и технологий, искусства и медиа. Такой план ждет школьников и студентов колледжа региона в полуфинале конкурса «Большая перемена». До творческих испытаний остается пара недель. Свободное время участники проводят с пользой, обсуждают проекты, которые вскоре представят на суд жюри. Я выбрала кейс «Фестиваль профессий». Моя задача была составить профориентационное мероприятие для школьников. Фишкой моего мероприятия была интерактивная игра со своей внутренней валютой, за которую школьники могли в будущем покупать учебные курсы. О конкурсе Анастасия узнала от преподавателей центра «Алые паруса». Здесь вместе с единомышленниками школьницы изучают азы тележурналистики, учатся работать в кадре. Любовь к медиапространству разделяет и Анна Чупикова. Девушка уже в третий раз принимает вызов «Большой перемены». В этот раз для своего проекта выбрала тему, созвучную с годом семьи, объявленным президентом России. Я решила выбрать кейс, который связан с семейными династиями и традициями. Основная моя задача моего кейса – это был цикл телевизионных программ, направленных на то, чтобы рассказать о семейных династиях нашего региона. И хочу сказать, что для меня конкурс «Большая перемена» – это не просто конкурс. Каждый день он напитан эмоциями, ты знакомишься с заряженными ребятами, получаешь огромный опыт. А еще возможность раскрыть свои таланты и проявить себя. В этом году в полуфинал «Большой перемены» вышли 76 ульяновских школьников и студентов колледжей. С каждым годом число участников растет. Этому сопутствует открытие площадки для творчества. Центр «Алые паруса» готовит будущих победителей сразу в нескольких направлениях. От науки и современных технологий до искусства и спорта. Мы понимаем, что «Большая перемена» – это федеральный проект, часть большого проекта «России – страна возможностей». И это там, где наши ребята могут себя проявить и лидерские качества, и качества исследователей. Поэтому направления там самые широкие. Начиная от исследований экологической среды и как сделать наш мир лучше, заканчивая социально-гуманитарными направлениями. Полуфинал конкурса пройдет с 19 по 22 августа в Перми. У каждого участника есть шанс пройти в следующий тур и побороться за главный приз – звание лучшего и 200 тысяч рублей. Получателями этой суммы станут победители – школьники 8-9 классов. Ребята постарше, 10-классники, могут сорвать джекпот и забрать 1 миллион рублей. Александра Никитина, Олег Тоньшин, Улправда, ТВ.